Самую лучшую семью выбрали в Тампонском Улусе. Конкурс «Семья. Основа жизни» проходила при полном аншлаге. В рамках 4 этапов конкурса участники должны были показать все свои умения и творческие способности. Кто же одержал победу, узнала Нина Ханарова. В селе Крис-Хальджай Байгантайского наследия Тампонского Улуса прошел большой конкурс семей, которые в этом году приняли участие в программе «Жилье для молодых семей». Всего новоселье в селе справили 10 семей, из них в конкурсе приняли участие 4. Конкурс молодых семей «Семья – основа жизни» проходил при большом скоплении односельчан в 4 этапа. Традиционное представление, творческий конкурс, хобби, национальная игра «Хабылык». А я вот в рассвете работаю, пекарем работаю. Но самое главное – это семья, вот, получается, да? И любви в семье надо, и поддержки всем. Все семьи проявили чудеса выдумки, ловкости, взаимной поддержки. В каждом конкурсе все члены семьи показали себя с наилучшей стороны, то, в чем успешнее. Искренне болели и поддерживали их односельчане. По итогам конкурса первое место заняла семья Бурцевых, второе – Находкиных, и третье место разделили семьи Келиных и Герсименко. Все участники получили ценные призы и подарки от отдела семьи муниципального района Тампонский район. Провели конкурс «Тыыла Олоктерде». Это семьи, которые построили в этом году новые дома. Даже завтра у одной семьи новоселье, большой праздник. Очень хорошо наши семьи участвовали в этом конкурсе. Все такие активные, ребятишки такие талантливые. Кроме того, отделом семейной политики администрации района были отмечены юбиляры, которые в этом году справили серебряную и золотую свадьбы и юбиляров года. Все население Крис-Хальджая отметило, что это большой праздник, въезд в новый дом. Все семьи участвовали в полном составе, порадовались сами и порадовали односельчан в уходящем году. Нина Ханарова, Павел Сивцев, НВК Саха, Тампонский Улус.